Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наши замечательные партнеры, наши ветераны музейного дела, наши посетители, которые всегда с радостью и любовью приходят в наш музей, дорогие наши замечательные музейные сотрудники Музея изобразительных искусств. Прежде всего, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Совсем скоро, завтра, мы с вами перевернем страницу старого года и будем встречать 2022 год. Прежде всего, я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Оно очень важно для нашего дальнего пути. И еще хочу вспомнить детские стихи, которые тоже позволят нам с вами с большой радостью встречать Новый год. Говорят, под Новый год, что не пожелаете, все всегда произойдет, все всегда сбывается. И я думаю, что, будучи здоровыми, мы с вами можем заказать любые желания. И я хочу, чтобы эти желания касались вашей семьи, вашего тепла и уюта в доме, здоровых, замечательных и радостных родных людей, детей, родителей. Я хочу пожелать, чтобы у вас никогда не исчезало желание посещать наши учреждения культуры и, конечно, наш музей, потому что мы стараемся для вас и хотим подарить вам целый мир прекрасного. И пусть ваша душа наполняется замечательными произведениями, которые помогут вам пережить трудности, сложности. Они всегда бывают в нашей жизни. Но самое главное, я хочу пожелать вам гармонии, гармонии с самим собой. Потому что для дальнего пути, который предстоит перед всеми нами, нам нужно понимание друг друга, внимание друг другу и уметь находить самые добрые и теплые слова. Новый год – это новые пожелания, это новые удачи, новые успехи. И хочу вам сказать, мои дорогие, что вы должны помнить о том, что вот если вам сегодня плохо, то знайте, что это не навсегда, оно закончится. Но если вам очень весело и радостно, помните, что и это проходит. Поэтому гармония души позволит вам справиться с неудачами, с бедами и жить радостно, наслаждаться жизнью и быть здоровыми. Всего вам доброго в новом году. Пусть он будет для вас новым и радостным событием.